Сегодня состоялся день открытых дверей в новом центре обслуживания клиентов по адресу Бакинская, 20, где сотрудники ресурсоснабжающего предприятия наградили жителей, которые исправно платят за холодную воду. Конечно, приятно, неожиданно, да, мы не ожидали, что вообще, ну, вроде как платим, это же наша обязанность. Теперь все вопросы, связанные с оплатой за холодное водоснабжение, установкой и проверкой счетчиков и получением справок, можно будет решить в комфортабельном современном офисе. Надо понимать, что любая коммунальная услуга и водоснабжение здесь не исключение. Это не только качество самого ресурса, это не только качество обслуживания сетей и коммунальной инфраструктуры, но это, конечно, еще и качество сервиса, качество предоставления услуг. И вот как раз вот такие центры обслуживания населения, они позволяют людям в комфортных условиях получать ответы на свои необходимые вопросы, получать услуги. Обстановка в новом клиентском центре на Бакинской, 20, более чем комфортная. Клиенты приходят в светлое, уютное помещение, где их встречают приветливые специалисты, всегда готовые помочь с решением назревших вопросов. Для нас слово «клиент» оно особое, и мы многое делаем для того, чтобы людям доставлять удовольствие. При этом надо признать, что есть моменты, над которыми нужно работать, потому что тема клиентоориентированности, она себя не исчерпает, наверное, никогда. В дальнейшем специалисты центра планируют оптимизировать работу так, чтобы многие вопросы можно было решать дистанционно. Объединенный новый офис ждет абонентов РКС «Самара» и водных технологий по адресу Бакинская, 20. Александра Гусева, Николай Епифанов. События.